Объяснить, что такое насилие и почему это плохо. Предотвратить травлю в школе и рассказать, какими методами можно урегулировать конфликт между людьми. Именно для этих целей был создан конкурс «Механизмы профилактики конфликтов в школе». Конкурс был приурочен к Международному дню ненасилия. Конкурс проходит у нас 2 этапа. Первый этап – это оценка конкурсных проектов, который длился до 16 октября. И сегодня у нас очный, так скажем, онлайн-формат. Это оценка презентации участников, защиты проектов. В конкурсе приняли участие школьники и руководители проектов из 6 образовательных заведений Казани. Некоторые проекты уже реализованы в школах, какие-то уже обсуждаются для возможной реализации. Проект ориентирован на предотвращение и профилактику конфликтов в школе. То есть это буллинга, травли школьной, школьных конфликтов. То есть какие-то подходы, какие-то идеи, что они могут реализовать, какие действия могут в этом плане предпринять. Возможно, в скором будущем, благодаря внедренным проектам, в школах станет меньше конфликтов и насилия. Лев Диденко, Вилет Абасова, Универ Ньюс.